третий же стейдж, да? Я так и знал, что это будет, конечно. Геймкубовский пад? А может она просто несовместима? Расположение кнопок не поменять. Ну... Никого это не волнует. Например, в Супер Метроиде на Супер Фамиком там тоже нету смены кнопок. Играй так, как сделали разработчики игры. То бишь Нинка. Управление еще привыкать надо. Не, благо в Super Smash можно поменять кнопки, но нельзя поменять, короче, движение персонажа. Я хочу на крестовине играть, но мне этого не дает, а играть надо на стике. Блин. На крестовине это у нас дразнилка. Кстати, да, я в Smash открыл все перс. Наконец-то. Теперь можно будет нормально подраться. Блин, надо как-нибудь начать пройти Castle Crashers ремастер на свече. А то я купил, так и не поиграл толком. Кстати, а ты не пробовал ретро-арх на свече запустить? К тому же зонная консоль у тебя уже есть. Так, ладно.
нифига не изменилось, блин. У бота КД, так что... Да блин, почему я перепрыгиваю обычно, а иногда нет? Вау, интересно. Нани. По поводу Нани, мне лучше сменить название команды или так и оставить, потому что вам сложно еще копировать походу два символа. Блин, еще столько делов надо сделать. Мне надо с Ютуба скачать видосы и залить в ВК по поводу сотки на NES. А то, не дай бог, мой Ютуб канал может внезапно удалить. А то я опасаюсь просто, блин. По одному так я буду выкладывать. Скачивать, заливать. И так все 100. К себе на страницу проще. И все. Вот так интереснее стало. Дайте в Нострадамуса поиграю. Следующий шот опять будет мимо. Блин, не угадал. F в чат. Не поиграл я в Нострадамус, к сожалению. Ну, 5 минут не проблема, чё. Можно за чувачком сходить. Не везет мне в казино, повезет в русской рулетке. Блин, по поводу русской рулетки все же... Я помню тот самый шикарную программу на Первом канале. С Ваудисом Пельшем. Называется русская рулетка. Жалко, конечно, недолго было. Там, по-моему, год продержался и все. А ведь миллион так и никто не выиграл. Я хочу, чтобы программу возродили. Я не знаю. Никакого... А, были все-таки аналоги, кстати, по поводу русской рулетки. Но правила были различные.
черт. Здорово, Рю. Forever. Брат. Брат? Или не брат? Дай спасибо за гудлак. Да чтоб тебя... А может есть какой-нибудь фанатский перевод? Ну мало ли что-нибудь. Бывает же, когда игры переводят не от Nintendo, а от фанатов или команды переводчиков. Бон с 8 по 10. Расписание будут составлять 1 числа. Скорее всего, от меня будут только 3 игры. И чё-то в этот раз очень мало наших будут там. Я и Де Ангел, всё. О, всё, доигрался. Ладно, до Best of NES осталось недолго, так что... Только когда меня поставят? Вот этот вопрос интересный. Я хочу вечером обычно. А то в тот раз... В час дня, что ли, меня поставили? Мне приходилось с работы сваливать. Ради этого. В 4 утра не... Ну, блин. Меня же простят. Я думаю. Я просто скажу кому там Декстеру, пускай поставит вечернее время, а лучше в субботу. Во. Так проще. А в 4 утра, ну нахрен, я так не выдержу. Dragon Warrior. Так. Самый сложный прыжок. Не то, что в четвертом уровне надо попасть. Блин, там всего пока что 100 игр было. Не знаю, будет ли больше, фиг знает. Нету контры, нету БЖ, странно, нет костлы. Как-то странновато, конечно. Все-таки в последнюю очередь. Думается. Да блин, пузырь! Я них заварк, считай, урвал.
Блин! Ладно. Я не знаю. Вообще. Я вообще планировал Super Control Glitchless засобить, но в итоге меня потом унизили жестко. Я не знаю, будет ли участвовать еще Woods. Может мне попробовать рискнуть Super Control без гличей. Так, класс. Так, ладно, все. Ай-яй-яй. Все, надо внимательно, ребята. Надо теперь внимательно играть. Ух ты, блин! Что-то ручки вспотели, блин. По поводу Ниндзя Гайдена второго, я все-таки рад, что поставлен саб-10 наконец-то, спустя какое-то время. И, по-моему, в этот же, не в этот же день, а через день, вроде как, или за день до этого, был поставлен новый рекорд Super Castlevania 4 от JC. Блин, вообще ж просто шикарная просто неделя под конец была, охренеть. Хотя не знаю, там еще, блин, не помню, короче, ладно. Я утром открыл Twitch, смотрю, Джимми стримит, и вдруг таймер 9:59, такой, чё? Рили? Нихера себе. Да блин, у Бека был шанс на самом деле. У Бека был шанс, но... Увы, Джимми взял вверх. Отлично. Так, ну это уже хорошая попытка сейчас идет на самом деле. Фух, ладно, внимательно теперь. Господи!
Ладно, босс легкий. Есть, так что чем восполнить. Чёртовы пузыряки, блин. Долбанный маг. Как-то хорошо пузырями прикрылся на самом деле. Подождите. Тихо-тихо. Напугал, да? Можете бомбочки пальнуть, а? Нате. Последний стейдж. Блеса рейнджи, господа и дамы. Мне надо еще как-то 2 хп взять, колбушки. Нормально. Final босс.
Пройдено. Ух! Спасибо за GG, Гаррет, Круз, Димоно, Кейма, Рю, Эвервульф. Шикарная просто игра. И наконец-то пройдены без смертей. Рыцарь-то оказался сильнее, блин, я бы мог запылить даже. Хорошо, что у меня хпшка была еще. Надо команду как-нибудь добавить. Да, вау. Все, условие выполнено на быстренько, без смертей. Все. Записано. И прям вот такой. Оп, все, снято. Все, это отдельно пойдет на яркий момент. И потом залью к себе на YouTube канал. Мигать город, а тут не мигают. Ну, типа фонари. Да, существует еще прототип. Гиммик-то, может, там, не знаю. Два часа практически. За два часа осилили хорошенькую и красивенькую игру. Фиг знает, надо посмотреть еще, кстати. Может, в каком-нибудь видосике там или в спидране даже. Кто-то на оригинальном играл, и, возможно, там фонари мерцают. Так, ну чё? Чё будем делать? У меня ещё... Пока ещё несколько минут свободного времени есть. Не, могу для бонуса... Для бонуса пройти одну хорошую игру. Тоже без смертей. Но после того, как я, наверное, сделаю чай. Да не хочу я вашу Макаймуру, блин. Чего вы пристали к нему? Да не будет ниндзя-котов. Я и так несколько раз без смертей прошел. Коты будут в качестве бонуса какого-нибудь. После основной игры. Ладно, сейчас приду, надо чаечек сделать и решу, что буду.